Организаторы соревнований стараются подбирать определенную музыку, соответствующую той или иной стране, той или иной культуре. Слышали мы, когда выходит спортсмен, играет разная музыка, соответствующая культурным традициям той или иной страны. Ну а сейчас египтянин Абдельхай Саад Рагаб. Второй выход на помост. Ну что ж, неплохо справляется с весом Абдельхай Саад Рагаб. Перешел он более тяжелый вес, набрал мышечной массы. А как известно, чем больше мышечной массы, тем спортсмен сильнее. Да, уже на 5 килограммов улучшает Абдельхай Саад Рагаб свое личное достижение. И еще одна попытка есть в запасе.